Всем привет, с вами Денис Громов. Всем привет, с вами Денис Громов и White Server. Всем привет, с вами Денис Громов и Тони Баррера. Мы сегодня играем на White Server. Йоу, мазафака бич, не так снял. Всем привет. С вами Денис Громов и Тони Баррера. Всем привет, с вами Денис Громов. И я уже начинаю Всем привет, с вами Денис Громов, и я опять начинаю. Всем привет, с вами Денис Громов и Тони Баррера. Тони Баррера, кто знает, главный администратор White сервера. Поздоровайся! Всем привет, с вами Денис Громов и Тони Баррера. Это главный администратор White сервера. Потому что он говорит, потому что я не мог сказать, потому что я был на панике. Да, давай прыгаем в машину. Да, вот, в общем. Смотрим, что у нас делается вообще в штате. Да, и я тебе позадаю вопросы, а ты меня ждешь. Поехали. Дэвид Морелли, это, короче, гангстер, который управляет этим домом. Можно, слышишь, толкнуть тачку. Толкнуть тачку? Да. А чё, ты совсем, что ли? Давай, ну ты вообще... РПшный прям. Завёл машину неудачно. Короче. В общем, я тут же обещал, что тебе вопросы позадаю. Ну, тут там мало мне их прислали. Короче, ну как давай. Ты стал вообще на админку, вот, если не секрет, вот, если можешь это, ну, ответить, как ты стал вообще на админку? Ну да, могу, в принципе. Вообще, я в сентябре или в конце августа вернулся на сервер после лета, как бы летом я вообще не играл. И сразу же пошел в СМИ, меня там как бы блатанули так немного. Ну, блатовали всех в любом. Да, через какое-то время я стал директором этого центра, отсидел лидерку, и честно, после лидерки... У меня пропал интерес к игре, то есть я понял, что играть я больше вообще не хочу, и как бы встал такой вопрос, либо я вообще ухожу, либо проверю себя как бы на админке. И мой друг как бы создал конференцию на то время с главным администратором Фрэнки Варреном. Угу. Мы с ним поговорили, он так задумался, и в общем через неделю только, короче, меня поставили на эту хелперку. Я там сидел, вообще задрачивался, типа заболел сразу. Ходил. Вот, я так задротил, меня повышали, и мне очень понравилось. Ну понятно. Сейчас же вот почти 7 месяцев в администратор. А мы сейчас куда едем на этот? Мы в ЛС едем. В ЛС 24 на 7, да? Да, тебе. Нужен телефон купить, как раз сейчас все увидят мой номер. А во сколько мы начали снимать, я увижу все. Ладно, короче, ты на залет попал. Сейчас я тебя буду как просто, как не знаю, кто, сейчас скажу так. Ты буду будешь водитель. Ты хуже свидетеля будешь, ты будешь у нас обвиняемый, я тебе буду задавать вопросы. Ну давай. Ой, что это у меня текстуры не продолжаются, оба прогрузились. Что-то помогает, что ли, не должно. Короче, ну как тебе вообще на главной админке? Сначала было вообще тяжело, когда ставили лидеров, да, и... Честно, как бы, вот все, вот то, что весь негатив игроков, которым там не дали лидерки, они же все сюда приходят за лидерками, и весь негатив тот, что кому-то не дали лидерку, выливался там на меня в скайпе, что у нас тут блат, что мы там как-то стоим не так. Но хочу сказать честно, мы реально, не знаю, старались, делали конференции, звонили практически каждому там по заявкам и ставили. Ну, вообще как, я насколько знаю, что на всех серваках, когда разбивают лидерки, там кто недоволен, сразу типа блат там. Да, тут также было. Ну это понятное дело, это уже что там даже разговаривать об этом ничего. О, мы приехали, да. Кстати, вот у меня скин. Мне дали скин, я ничего не покупал, можете не париться. Это чтобы солидно было снимать, я такой солидный чувак. Стрижка вообще на полном классе, так все куплю. Ты, кстати, повыше меня. Так, измените номер. Нет, мобильный телефон. Ну чё, у меня какой номер-то? Ну, тебе сначала стандарт не дается, семизначный, а потом выбери какой-нибудь, который свободный. Ну, вообще блатные такие номерки уже все заняты. Изменить номер, да? Попробуй номер, который у тебя был на рейде. 9, там все девятки и 4. Да, 4-9 и 9, да? Я не помню. Какой там 4-9? 4 девятки, потом четверка и потом девятка. Попробуй. 9-9-9-4-9. 9-9-9-9-4-9. Сменил. Все, круто. Окей. У тебя такой же, как на рейде. Да, все, у меня теперь, ребят, такой же, как на рейде. Вы видели номер, так что можете звонить, писать. Я не буду каждому отвечать, потому что это нереально. Может, кому-то буду отвечать, посмотрю. Слышишь? Опа, велик пошел. Вот. Велик нельзя сесть. Ну ладно. Куда едем? Куда хочешь меня повезти?
Поехали посмотрим на армейку. А, кстати, да, что тут насчет лидера? Как уже ты расставил, ты рассказывай. Ой, слушай, я честно сам ставил только некоторых лидеров, там, которых успевал там. Ну, то есть уже все лидеры поставлены, да? Ну, кроме больницы ЛВ, наверное, все стоит. Вообще, все-все-все. Ну, понятно. Вот вчера последних мы поставили, там, ФБР и... Ух ты. Это ты нарушал. Черт. Смотри, заплати ему, а то он бедный. Ну ладно, у меня есть. У нас нету денег. Ладно, он сам простил. Простил нас. Короче, это. Чё, получается, что все лидеры поставлены и все, да? Ну, за короткое время. Да, все как бы. Просто мы так постарались, чтобы игрокам не было скучно, чтобы они сразу начали работать. За 10 дней, да, или за сколько? Нет, какие 10 дней? Сервер мы открыли 29-го. А, ну нифига. А сегодня нет. Там среда получается. И по идее у нас в воскресенье уже большинство лидеров стояло. Я в какой-то день, я там 3 часа всего спал, мы там эти заявки делали, обзванивали всех. Да, вот это жестко. Да. По-жесткому все, да. Какие там вопросы у тебя еще есть? Вопросы? Да. Допросы, вопросы. На ютубе ты говорил, там что-то написали еще. Не, больше ничего. Там только один вопрос написали. Потому что я не всем не интересуется, но не популярный. Надо было на ВК написать, создать опрос. Ну ладно, пофиг, так создать с ними. Ну сейчас мы... Ага, слышишь, мне же на права надо сдать. О, ну все, мы как раз едем в ту сторону. Толь, точно, я забыл, что... Сейчас ты будешь водителем, я посижу на пассажирке. Ну да, да, да. Буду водить машину. Можно, кстати, в следующий раз, реально, вот как бы, ребята, если хотите задать вопросы... Мы в следующий раз опять с Денисом можем снять, как бы, задавайте его. А, ну я, короче, сделаю... знаете, как я сделал? Вот, кстати, да, вот, сейчас новость такая будет, что зайдете в группу ВКонтакте, там, под описанием, и там будет опрос такой, ну, вопросы задавать, что вы хотите там услышать. Ну, не знаю, я там отвечаю на вопросы. Так-то я играть буду и отвечать. В общем, вот так как-то сделаем. Ну, чтобы тоже кому-то интересно, может, что-то слышать. А я-то на вопросы почти не отвечаю на других видео, я буду в игре их сразу там отвечать на них. В самой игре играть и отвечать, то есть, ну вот. А, чё ещё я хотел, слышишь? А, надо. Ой, блядь, ну... Я уже забыл, чё я хотел. Ты спрашивал там, как мне на посту главного администратора сейчас... Не, ну это всё ты ответил, получается. Сейчас как бы, вот, у нас игроки немного поуспокоились, просто в репорт уже не флудят, нам дайте лидерку, там что-то такое. Сейчас мы уже просто следим за тем, чтобы правила сервера не нарушались, и просто... Моя задача делать так, чтобы все администраторы работали, чтобы игрокам было приятно играть и чтобы держался онлайн. Вот как бы я в основном волнуюсь за онлайн. Ну ничего, онлайн поднимем, все перейдут, будем тут играть, РПшечку мутить, ну, да. Сходочки всякие, ладно. Сейчас, подожди, меня покушать надо. Я денег сниму. Ладно, я пошел сдавать на права. И еще что это... Сейчас будешь меня спрашивать, да? Кстати, ответы? Да, кто вот регается, ну, кто может первый раз сейчас видео увидит, там, хочет зарегаться, то регайтесь на мое имя, я вот денеж... Ой, ё-моё, а я неправильно начал отвечать, прикинь. Нет, тебе плюс один сразу. Чего? Я вообще, короче, эксит все нажал. Подожди, я хочу снова сдать. Ну, давай еще раз. Я опять 600 баксов. Короче, давай мне говори. Блин, ну давай я это лучше промотаю. Так, все, я прошел, быстро все сделал, быстро все прошел, короче, все, мы опять двигаемся. И что я хотел сказать, я уже, наверное, забыл или не забыл. А, да. Вот, регайтесь на меня, короче. Я буду там какие-нибудь конкурсы устраивать, не знаю, что-нибудь там на деньги, вот. Ну и мне тоже денежку, потому что я ж. А не, я могу сам. Я за тебя. Вообще четко, да? Я думал, ты пойдешь. Так, ладно. Вот ты слышишь, а тут вроде раньше другие машины были, или меня глючило? Нет, я глючил, наверное. Вон, кстати, поехали. Такие же раньше было, да? Впереди тебя едет, давай, ты должен его обогнать. Кого? Подожди, кого? Там парень впереди тебя уехал, только что нужно его догнать. А, кого? Что за парень? Да его обгонят еще. Давай, давай, только тачку не разбей. Да не разбью, подожди, я профессионал, тут ты что? Даже вот он, да? Нет, это не он. Смотри, дрифтмастер. Оба. Там пахнет на такой же красной машинке. А, ну только... первый поворот просто плюс один, видел, да? Сейчас еще... Короче, смотри, оба. Смотри, хоп, еще один поворот. Сейчас еще будет. Я мастер просто. Как всегда. Угу. Леон, так, кстати, сейчас куда пропал?
Лёва, он, ну, он как бы снимает другие игры, он не часто будет сам снимать. Это у меня вот сейчас, ну так, нормально сам походит, потому что я только его снимаю, можно сказать, сейчас пока что. Потому что видеокарты нету, ну, как бы снимать другие игры. Не хочу лагать будет там. Вот. И он, ну, он как бы снимает, тут играть будет все равно, как бы. Так что не волнуйтесь, и ты не волнуйся. Кстати, для любителей пострелять, сразу говорю, мы тут собрали практически лучших лидеров гетто, вообще со всех серверов, которые вот адвансовские есть. Mm-hmm. С Грина, с Реда, с Оранжа, и вот сейчас они разделят, когда территории начнут коптиться, будет интересно, мне саму даже интересно, yeah. Кто завоюет все гетто. Mm-hmm. Самые лучшие лидеры, что ли, типа, стоят? Да, они все, там многие из них брали все 100 территорий на других серверах. Mm-hmm. То есть забирали весь Лос-Санто себе. Непонятно, нормально. Так что даже не знаю, кто там у них выиграет. Понятно. Оба направо. Очень интересно мнение игроков, как бы если у них есть какие-то предложения там по развитию сервера, пусть пишут тоже под видео. А, по, да, 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 пишите под видео. Так что мы все прочитаем, кстати, да. Все читать будем. И все отвечать в следующих видео, там, не знаю. Ну, короче, вы поняли. Mm-hmm. Как-то так. Так, сейчас, блин, тут что-то такой долгий маршрут. Это нормально. Вообще, если тоже интересно игрокам, как становятся администраторами, то есть нужно быть старше 16 лет. О, вон тот парень, кстати. Нужно быть старше 16 лет, нужно быть адекватным. Нужно как-то себя зарекомендовать на сервере или помогать серверу, то есть побыть лидером, хорошо отыгрывать РП, чтобы игроки хорошо о вас отзывались, и... При вот всех этих критериях мы вам можем дать шанс. Да блядь! Стой, куда поехал? Этот ручник дернул рано. Занесло. Окей, ладно, подожди, чувак, куда ты? Он уже уехал там далеко, да. Да нет, нам еще долго ехать до конца экзамена. Тут, кстати, экзамен такой, вот прям, знаешь, так очень хорошо готовит. К вождению очень такой долгий. Да. Это точно. Я уже вижу. Ты раньше тоже проходил. Да. Ну понятно, короче, на админку нужно быть адекватно. Ну, короче, ну, вообще, все тоже, знаешь, все приходят на сервер с надеждой стать администратором, ну, лидером. Это понятно, ну, да. Это... Нужно реально смотреть на вещи. Мы не можем всем дать ни лидерки, ни админки. То есть обижаться не стоит. Просто играйте в свое удовольствие. Не нужно стремиться только к этому. Все равно рано или поздно вы добьетесь, там кого-то снимут или еще. Ну, в принципе, возможно такое, да. Мы же тоже как бы устаем. Вы тоже понимаете администраторов. Mm-hmm. Они там устают каждый день целыми днями отвечать в репорт, то есть иногда тоже хочется расслабиться. Попить пивка, да, да. Залиться пивом. Расслабиться за компьютером. О, вообще подъехал. Не, администраторы не пьют. Зато я пью. Нет, мы за здоровый образ жизни. Лимонад. Все правильно. О, мы, кстати, уже заканчиваем. Да я знаю, и так заканчиваю уже почти. Ну, видишь, как я был. Ну видишь, как я быстро. Куда ты закрываешься-то? На. Да, да я понял, нифига себе, я так подъехал, он закрываться начал. О, прикинь, у нас, короче, стояла открытая машина, ее даже не тронули. Да? Да. Че, я тебя дальше катаю? Ну да, да, я думаю, да. Ты куда побежал? Сейчас подожди. Тут. Ты хочешь забрать права? А, нет. А, все уже, типа, не надо ничего. Да. Что-то, ну, ты типа пошел, чтобы тебе подписали все, да? Чё? Ты пошел туда в автошколу, чтобы тебе там подписали права, да? Ну да. Ну я, короче, думаю, это. Эту часть заканчиваю. И выложу сегодня. Так что подписывайтесь на канал. Комментарии оставляйте, то, что мы говорили, там вопросы всякие. Вот. Лойсы ставьте. Что, ну, такое лайки. Лойсы? Ну да. Лайки ставьте, это же добро. Вы тарите добро. Ну ладно, это я никого не буду заставлять. Спасибо за внимание всем. Кто хочет, тот поставит. И всем удачи. Пока. Пока.